красная смородина, сорт Джонкер. Ну, в этом году опять нагрузился по самой не балуйся, короче. Сорт для Московской области отличный, но капризный к плодородию. В принципе, любой сорт, да, он капризный, но вот он как завязался. Поэтому пару точек кривика, трепряшу я ему закинул. Еще нитрофосочки засадил. Ну, вот так вот. Ну, будет гнуть ветки опять. Если морозов не будет, потому что позавчера минус один было у нас. Ну, я так смотрю, ничего вроде. Живой, все отлично. Вот так, такой вот интересный сорт.